Внимание автомобилистам. Из-за ремонта дорожного полотна будет временно ограничено движение по следующим адресам. Переулок Пищевой, на участке от переулка Маслозаводского до улицы 5-й Орловской стрелковой дивизии. По Тургеневскому мосту, улице Поселковой, от кольцевой развязки до примыкания к автодороге Крым-2. Улица Тургенева, от улицы Лескова до улицы Брестская. Улица Лескова, от площади Жукова до улицы Пионерской. По Новогорскому шоссе, от улицы Лескова до выезда из города. Набережная Дубровинского, от улицы Степана Разина до Новосильской. Улица Комсомольской, от Карачевского шоссе до путепровода. Улица Высоковольтная, от Крамского шоссе до границ Орла. По Московскому шоссе, от улицы Металлургов до Рощинская. Также движение ограничит по улице Карачевская, от 2-й Посадской до Колхозной.